друзья, подписчики, гости канала, очередная распаковочка, очередные посылочки с сайта AliExpress. Здесь экран вот для такого проектора. Экран на 100 дюймов, есть у меня поменьше для дома, этот я взял для дачи. Давайте откроем и посмотрим. Вот у меня экран на 60 дюймов, а этот новый экран на 100. Посылочка шла 3 недели, упаковка у меня где какая. Ничего не сломается, ничего не повредится. Пакет вот такой, инструкция. Повешу его на улице. Экран дешевый, вообще дешевый. Ну, посмотрим, как будет смотреться. Так, ну он такой прозрачный какой-то. Ну, посмотрим. Так, имеется крепление. Сделал я на даче каркас для него по размерам. Размер у него 2,21 на 1,25 м. Короче, большой. Цена вообще копеечная, можно сказать. Ну, посмотрим. Сейчас я проверю. Подвешу здесь, в квартире, и посмотрю, как будет смотреться. Правда, надо смотреть в темноте. Ну, ладно. Отвисится. Немножко помят, конечно, но я думаю, отвисится. Подвешу я пока вот, вот такое приспособление. Здесь у меня приспособление для фона. Ну, конечно, его необходимо натянуть как следует, чтобы не было вот таких вот складок. Но сейчас я все равно попробую, как будет идти картинка на него. А на даче натяну на каркас и покажу. Ну, картинка вроде идет нормально. Конечно, нужна темнота здесь. Днем смотреть не очень хорошо. Лучше смотреть, конечно, в темноте. Ну ладно. Ну и так пойдет. Тем более за такую цену. Если еще ссылочку я вам оставлю в описании под видео, может кому-то и понадобится. А это я повешу на улице. Будем летом смотреть на большом экране кино. Собрал я каркас, натянул экран на него. Сейчас я сниму экран. Снимается легко. Закрепил крючки. Я не те, которые были в комплекте, а взял Leroy Merlin. Простые железные крючки. Сейчас сниму экран и приспособлю его туда. Каркас собрал из брусков. Взял Leroy Merlin бруски. Какие были трехметровые, 4х3. Были бы другие, взял бы другие, но нужны были трехметровые, потому что каркас у меня получился 2,21 по размеру экрана и на 1,25 м. Вот, двухметровые не подошли нифига. Пришлось брать трехметровые. Небольшие обрезки остались. Сейчас я вот сюда вот приспособлю на это место. А вечером посмотрим. Закрепил я саморезами. Сначала просверлил отверстие, конечно, а потом закрепил саморезами этот каркас. Он был у меня немножко поведенный, но когда я притянул, все получилось окей. Можно в любое время его снять. Повесить, когда надо, необходимо. Повесил экран. Вечером можно сидеть, балдеть, смотреть кино, концерт. Все, что хотите. Можно взять и на 120 дюймов. Но я взял на 100. На 120 вообще был бы мне огромный, никуда бы не поместился. Смотрится классно. Можно сказать, обалденно. Летом, в тихий вечерок. Сел и балдей. Хотим кино, хотим YouTube, смотрим. Все, что угодно. Ну, друзья, ссылочка на этот экран будет в описании под видео. Может, кому-то понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего доброго, до свидания. Удачи вам. Пока.